Для начала, состояние этой воинской части, когда они поселили в помещение с решетками на окнах, без входа и выхода. В какой-то комнате спят 20 солдат, без соответствующих норм безопасности, без норм военной безопасности, не противопожарных, а военных. Представьте, находящаяся очень близко, азербайджанская диверсионная группа проникает и нападает на эту территорию. Как так? Закрытые с решетками, чтобы не было возможности выйти и самообороняться. А скажем, военная инспекция не видит, что нельзя в подобном месте такое делать?